Тишина. Приготовились. Начали. Раз, два, три. Ты в эфире. Опять я, дурочка, промолчу. У меня однажды возникла дыра внутри. Не могу ни зашить, ни вылечить. Не хочу. И с тех пор неясен, призрачен, невесом. Открывается этот вот телемост, портал. Ничего. Я знаю, что это сон. Но хотя бы так. Пусть будет хотя бы так. И опять застынет музыка на весу. И опять застрянут в горле не те слова. Не переключайтесь. О, Боже, что я несу? Оставайтесь с нами. Пожалуйста, остава. Поменяйте голос, имя, в конце концов. Я узнаю вас по поступе, по рукам. Это время. Время смотрит, дыша в лицо, через свой бесстрастный каменный бытокам. Как мечусь я здесь эти 20 огромных лет. Как зажмуриваюсь и заново, раз, два, три. Как без вас мне темно и холодно на земле. Ты в эфире, моргает лампочка, говори. Говорю, до беспамятства, до утра. Не могу ни зашить, ни вылечить, ни простить. Всем спасибо, заставка. Гаснут прожектора. Выше нос, увиделись, ну же. Теперь пора. Я проснусь на титрах. Их можно и пропустить. «Черные хроники Арды», песня по книге Натальи Васильевой. Уходили неспешно, умирали спеша. Целый мир не успевших научиться дышать. 10 шагов, обрыв, поворот, межа. Как же, учитель, руки твои дрожат. Как же, учитель, речи твои добры. 10 шагов, межа, поворот, обрыв. Рухнувшим замком вечно лежать в пыли. Я суетилась, где у тебя болит? Я вопрошала, что у тебя в душе? 10 шагов, обрыв, поворот. Уже холодно, это звезды всему виной. Плакать ли, петь ли, кровь превращать в вино? Ты, сотворивший сердце в моей груди, ты пустотой глазниц в пустоту глядишь. Твой надзиратель держится молодцом. Разве добро бывает с таким лицом? Разве добро бывает с гнильцой внутри? Разве добро карает тех, кто творит? К вечной твоей ночи. Я замираю на острие ножа. Ненависть, ты нас этому не учил. 10 шагов, обрыв, поворот. Не жаль? Как же, учитель, речи твои добры. Что же